Ну, хорошая игра была, считаю, обоюдоострая. С нашей стороны, наверное, много не реализовали моментов. Было много большинства, где надо было забивать. Возможно, матч сложился бы немного по-другому. А так, что есть, то есть. Вы ответили на все мои вопросы. А вопросы у журналистов, если есть? Да, к Станиславу вопрос. У вас был хороший отрезок во втором периоде, и там на руку должно было сыграть, что у Хомо подряд 5 удалений было, нон-стопом. После этого вроде бы инициативу перебили, шайба к вам перешла, постоянно плели атаки и ни разу не могли Шайму Ардану не только пробить, но не так было много моментов. Вот за счет чего так получилось? У вас там и, в принципе, Потапов есть, и другие какие-то с хорошими цифрами. Ну, я говорю, что нужно было просто реализовывать большинство, да, моментов было достаточно. В принципе, могли перевернуть матч. Но где-то не хватает мастерства, да, реализации моментов, хладнокровия, поэтому ноль голов у нас. Понятно. Как раз в прошлый раз тоже с Ильгизом Нуриевым на эту тему говорили, молодых очень много хоккеистов, и вот он не сетовал, а оставил как бы ответственность перед старшими, опытными, чтобы они в этот момент брали игру в свои клюшки и как бы решали эти эпизоды. Теперь ситуация еще сложнее стала. То есть, чтобы попасть в плей-офф, там 6 очков уже, да, дистанция, а матчи как бы меньше становятся. Как считаете, сможете пролезть в восьмерку? Наша задача сейчас как можно быстрее восстановиться, да, и подготовиться к следующей игре. Там есть какие-то моменты, которые не от нас зависят. Там мы уже не смотрим, как сыграют другие соперники. Будем выходить и стараться побеждать в следующем матче. От матча к матчу, а там уже как да. Получится. Все, спасибо, удачи. Спасибо вам, большое. Удачи. Хорошее начало с нашей стороны. Немного задавили соперника, забили 2 удачных гола. Во втором периоде удаления немножко подломили, отошли от нашего плана. Что хотели сделать, не получилось. А в третьем периоде удачно забили, на контратаке поймали соперника и довели до победы. Стало ли сложно настраиваться на матч в связи с тем, что сейчас Хомо строго расположилась на второй строчке и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф? Тренера работают над этим, чтобы у нас все нормально было с настроем, так что нормально все с настроем у нас. У вас сейчас одинаковое количество голов и ассистов почти. Вы себя больше в команде кем видите? Бомбардиром или ассистом? Да мне, если честно, без разницы. Главное, пользу команде приносить. И все. Очень веселый интервью. Вопросы грустные будут. Сразу начнем с этого. Вы сказали, что тренеры работают. Мы это видим. В прошлом матче против Сарарки удаление не работало. Сегодня сразу же первое удаление у соперника, и мы забросили. Но против Сарарки было 3 подряд удаления, а сегодня подряд 5. Ну, никогда не бывает нужных удалений, а 5 абсолютно странных и глупых удалений нон-стопом. Почему так произошло? Ну, где-то потеряли концентрацию, где-то неудачно там клюшкой сыграли, зацеп какой-то, не знаю. Это, ну, просто концентрация. Стечение обстоятельств. Да, стечение обстоятельств. Окей. Мне показалось, вы же фланговый правый хоккей, это нападающий, да. А сегодня нередко на пятаке работали. Это случайно? Это без, у нас без разницы, любой игрок может там оказаться. Это как наша тактика, что один игрок обязательно должен быть на пятаке и при броске закрывать вратаря. По возможности добивать шайбу. А то обычно Саша Зайцев там работает, но сегодня я смотрю, Зайцев с другой, вы там возле пятака, я думаю, сегодня поменяли. Сегодня получалось так. Потом третий забитый гол, вы очень так праздновали смачно, мы вообще порадовались, вы так сильно праздновали. Это внутренняя какая-то необходимость в заброшенной шайбе была? Ну, давненько не забивал, ну, понятно. И при собственных трибунах да. Болельщики радуются. Я слышу, как они меня поддерживают. Охота их радовать почаще. Не всегда получается. Информацию скажете из раздевалки, что там с Назаревичем? Все хорошо, все нормально. Сейчас день у нас выходной, перелет и в бой. У нас интересная поездка предстоит, которую надо выиграть. В составе, да? Да, конечно. Все в обойме. Все отлично, молодцы, красавцы, не расслабляйтесь. Постараемся, спасибо. Удачи и продолжения. Спасибо большое. Спасибо. Постараемся, спасибо.